Сегодня хочу рассказать про фильм «Бесконечная история», который придумал немецкий режиссер Вольфганг Петерсон в 1984 году. Мне он понравился из-за того, что там не используется компьютерная графика. Они сделали его очень прекрасным. Только иногда там бывает нереалистично все. Всем советую посмотреть этот фильм. Я вам расскажу про фильм «Бесконечная история», в которой происходят чудеса. Вначале мальчик идет в школу, и он берет книгу в книжной лавке и идет в школу читать, но он пропустил все уроки, и там много-много чудес. Там драконы летают, чего там только не происходит, и там нужно целую страну спасти. И спасет ли он или нет, мы узнаем, когда посмотрим фильм. Всем привет! Сегодня я вам расскажу об очень интересном фильме «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Этот фильм был снят в 1964 году, и это комедия. Этот фильм снял Элен Климов. Всем советую посмотреть этот фильм, потому что он добрый и веселый. А я расскажу, в чем суть этого фильма. Ровесники мои в лагере, и один мальчик, Костя Иночкин, нарушал запреты. Его выгнали, а что было дальше, вы узнаете, когда посмотрите этот фильм. Чарли Чаплин – это известный американский актер. Он снимался во многих фильмах, которые сам же придумал, сам же написал. В детстве он жил в бедной семье, его мать выступала на сцене. Чарли Чаплин написал, придумал и в них снимался в таких фильмах, как «Малыш», «Золотая лихорадка» и «Огни большого города». Я хочу вам рассказать о фильме «Малыш», который создал Чарли Чаплин в 1921 году. Этот фильм был черно-белым и немым, но если вы его посмотрите, вам будет все понятно. Этот фильм полностью создал Чарли Чаплин. Он придумал для него музыку, был актером главным. Еще этот фильм мне очень понравился тем, что Чарли Чаплин был очень смешным и веселым. В фильме «Малыш» рассказывается, как Чарли Чаплин нашел на мусорке малыша, и в записке было написано, чтобы о нем кто-то позаботился. И Чарли Чаплин пережил очень много с этим малышом, много разных приключений. Я советую посмотреть этот фильм, потому что в нем очень много рассказывается, как Чарли Чаплин пережил с этим малышом. Там рассказывается, как он его сильно любил и как хотел его оставить себе.